Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе двухкомнатную квартиру в старом проекте на среднем этаже, недалеко от моря, максимум 260 метров, около вторичного рынка Махмутлара. Здесь у нас вот такая маленькая беседка, здесь садик вот такой с фруктовыми деревьями. Вот такой проект, здание где-то 19-20 лет. Лифт в здании есть, квартира обставлена под ключ. Вот вторичный рынок сегодня, покажу быстренько. Вот. Есть дерево авокадо, лимонные деревья, апельсин. Такая вот площадка лестничная, все из мрамора. Лифт есть, но на данный момент не работает. Кто-то там, здесь максимум 2 человека написано. Выключили. Но заработали. Поднялся я, вот такая квартира. Дверь интересная. Вот. Квартирка после ремонта. Холодильника нету. Двухкомнатная квартира. Так. Сюда надо купить холодильник, телевизор, кондиционер фирмы Хейр. Вот такая плита, две конфорки индукционные. Так. Здесь у нас проход. Санузел вот такой просторный, не маленький. Здесь проточный водонагреватель фирмы Вейто, встроенный шкаф. И тут спальня. Здесь где-то 50 квадратных метров жилая площадь с балконом вместе. Вот так. Такая спальня. Вот. И балкон. Термопакет окна. Двойные. Наш балкон. И вид на улицу, где вторичный рынок. И улица Барбаросса. Море вот там, пустоту, видите? Вот такой балкон. Сторона здесь восточная. Время съемки 7 часов вечера. Закрою дверь, чтобы подвести итог. Дорогие зрители, 19-20 лет проекту. Расстояние до моря 250 метров максимум. Этаж средний, на третьем этаже проекта. Восточная сторона. Квартирка под ключ, но надо купить еще холодильник, там телевизор, микроволновку, кто как желает. Цена этой квартиры 47 тысяч евро, дорогие зрители. С вами был мистер Мачо из солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.